На озере Уржинское кинологи управления Росгвардии по Рязанской области, старший сержант полиции Дмитрий и сержант Артем спасли 81-летнего мужчину и его 77-летнюю супругу. Стражи правопорядка, находясь недалеко от водоема, услышали крики о помощи, бросились в воду и поплыли к утопающим. В выходной день с коллегой находились на озере Уржинск, в какой-то момент услышали крики о помощи. В воде практически не было видно никого, достаточно далеко, где-то метров 200 от берега, увидели двух людей. Один уже слабо держался на воде, второй пытался ему помочь. Ну, не раздумывая, бросились в воду, подплыли. Это оказались пара пенсионеров, семейная. Женщина уже не подавала признаков жизни, находилась под водой. Мужчина уже без сил еле-еле держался. Женщину подняли над водой, грубо говоря, чтобы открыть, был доступ кислорода. Мужчине передали надувной круг, чтобы он смог держаться на воде. А с коллегой совместно, вот с Артемом, мы женщину доставили на берег. Там уже на берегу собрались окружающие, помогли нам ее вытащить. Росгвардейцы приподняли женщину над водой и постепенно вытащили семейную пару на берег. К этому времени подъехали медицинские работники, которые доставили пострадавших в лечебное учреждение. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. В обращении, поступившем в адрес начальника регионального управления от свидетелей происшествия, отмечен мужественный поступок росгвардейцев. Позднее пенсионеры встретились со своими спасителями и поблагодарили их лично.